Для каждого это личная история, почему он стал волонтером Победы. Участники международного форума, он прошел в Самаре, более 1000 неравнодушных людей. Для меня это моя душа, моя жизнь, я этим живу. Я бы сказала, даже душу, я не представляю свою жизнь уже без этого. Для меня очень важно помогать ветеранам, для меня очень важно, чтобы они не оставались одни, и для меня очень важно, чтобы история не забывалась и ни в коем случае не переписывалась. Движению уже 6 лет. Только в этом году ряды добровольцев пополнили 180 тысяч человек. Миссию волонтеров Победы высоко оценил президент Владимир Путин. Он направил приветственное обращение участникам. Проведение нынешнего форума придаст мощный импульс волонтерскому движению, послужит успешной реализации ярких, востребованных идей и замыслов. Желаю вам всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин. Они помогают самим ветеранам делать все, чтобы память была жива. О тех страшных минутах, днях, месяцах и годах на форуме транслируют воспоминания о приходе в деревню фашистов, как они захватывали дома. Зал замер. Брат услышал запах горохового супа и пополз по полу на этот запах. Через 5 минут раздался страшный визг брата. Его облили кипятком на кухне. Облили за то, что он попросил есть. Отступая, они в последний день подожгли наш дом. Мама стояла, смотрела на огонь, и у нее ни слезинки не было. А мы втроем бегали и кричали: «Домик, не гори! Домик, не гори!» Великая Отечественная война унесла жизни 27 миллионов человек. А те, кто остался жив, никогда о ней не забудут. Одна из инициатив волонтеров Победы – это запись воспоминаний героев. К сожалению, участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше, а попыток переписать историю все больше. И вот нам сейчас важно успеть записать, успеть объединить то, что уже было записано, для того, чтобы в нашей стране появился ресурс, куда любой человек может зайти и посмотреть истинную историю из первых уст. Свою лепту уже внес телеканал «Губерния». К юбилею праздника выпустил серию программ. И сейчас это видео особенно дорого. Иван Скащенко участвовал во взятии Кёнигсберга, освобождал Польшу. В этом году его не стало. Ее никогда не забудешь. Она во сне приходит. Она во сне часто приходит. А ночью проснешься и перебираешь все эти картинки. Последнего убитого мы хранили в конце мая. Парень пензенский, с 24 года рождения, единственный сын у матери был. И вот его погиб он. Надо говорить, что война – это не игрушка, что это страшная вещь. Там только убивают. И там порядок какой. Или ты первый, или тебя. На этом форуме волонтеры делятся своим опытом и проектами сохранения исторической памяти. Очно и онлайн участвуют добровольцы из 85 регионов России и 52 стран мира. Мы проехали по деревне с кортеджем, со знаменем Победы. Население выходило с портретами своих героев, украшали окна, заборы, выставляли фотографии, и они стояли со слезами. Знаете, когда вот мы приезжали, по тебе были мурашки. Детей войны вот в нашем микрорайоне 5000. То есть мы не все, они там, значит, изучены, не все они готовили воспоминания, не все собраны видео и материал. Поэтому мы этим занимаемся. Почему мы приехали сюда? Чтобы передать свой опыт, свою мудрость, свои знания нашему молодому поколению. Самара по праву принимает международный форум. Запасная столица страны в годы Великой Отечественной войны. Город трудовой доблести с сильнейшим волонтерским движением. В прошлом году президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о присвоении столице нашего региона, городу Самары, высокого звания город трудовой доблести. Более 700 тысяч подписей собрали волонтеры в поддержку этого решения. И ключевую, ведущую роль в этой работе проводили именно волонтеры Победы. Спасибо вам, дорогие друзья.
статус, увековеченный мемориалом. В Самаре на проспекте Юных пионеров теперь открыт комплекс «Город трудовой доблести». Не случайно именно на Безымянке сюда в начале войны были эвакуированы крупнейшие промышленные предприятия из западных регионов СССР. Помнить надо всегда. И нашему поколению, и молодому вспоминаем, ну, и своих родственников. И чтобы наши дети, внуки знали об этом тоже. Значимо для нас. Я тоже патриот своей родины. Детям стараемся также подогревать. Это все интересно. Тем более, все-таки город Самара наш интересный. Много такой разнообразной истории хватает. Стелла из стекла и металла высотой около 26 метров. В центральной части композиции изображение легендарного самолета Ил-2 и военного парада 1941 года в Куйбышеве. А на пилонах информация о памятных датах и основных событиях военных лет. История производства штурмовиков Ил-2 на заводах Куйбышева кажется невероятной. В октябре 41-го всего за 52 дня наш город перевезли из Воронежа целый авиационный завод. Самолеты Ил-2 нужны Красной Армии как хлеб, как воздух, говорилось в телеграмме Верховного Главнокомандующего. Через 2 месяца началось производство боевых самолетов. За годы войны из Куйбышевской области на фронт ушли около 500 000 жителей. На заводе круглые сутки работали старики, женщины, дети. Они не чувствовали голод и холод, делали все, чтобы помочь стране. Здесь тыл был фронтом. 10 декабря летчик-испытатель Евгений Ломакин поднял в небо первый Ил-2, собранный на Куйбышевской земле. Память о легендарном штурмовике чтят в регионе. Дмитрий Азаров отправил в Губернскую думу документы о включении даты в перечень памятных. Не забывает о так называемом летающем танке, и волонтеры ему посвящены многочисленные проекты. В ходе международного форума добровольцы обменялись уже богатым опытом. Прошли стратегические сессии, мастер-классы, встречи с экспертами.